Советская классика. Grad Review – это взгляд в прошлое. И «Взрослые дети» 1961 года режиссера Велена Азарова. Мы отправляемся в путешествие наших бабушек и дедушек. Их с прекрасными актерами Алексей Грибов, Зоя Федорова, Лилия Олешникова, Александр Демьяненко, Всеволод Санаев, Андрей Тутушкин, Геннадий Бортников, Николай Грабы и другие. Зрителей только в СССР было 28 миллионов. Фильм шел в кинотеатрах, конечно же, премьера в мире 6 декабря 1961 года. Ну а фильм был еще на DVD, но почему-то не показана его точная дата. Кстати, на официальном YouTube-канале Мосфильма можно посмотреть качественную улучшенную версию этого фильма. Час 16. Об отношениях между детьми и родителями. Ничего не меняется. Все как обычно. Дети, родители и не очень хорошие отношения, когда они живут вместе. Все вместе в одной квартире. Анатолий Кузьмич вышел на пенсию и получил отдельную квартиру в новом доме. Они с женой счастливы и строят радужные планы на будущее. Как станут ходить в театры, музеи, читать любимые книги. Но их дочь Люся неожиданно выходит замуж. Не желая с ней расставаться, королевы уговаривают молодых супругов жить вместе с ними в новой квартире. Ну как уговаривают? Ну как бы из-под палки. Не хотелось бы, но это же дочь. Это же родной ребенок. Вскоре рождается ребенок, да-да-да, и постепенно совместная жизнь становится невыносимой. Но говорят же, что дети и родители должны жить отдельно друг от друга, иначе будут разборки всей жизни. Простая, обычная советская комедия, драма, мелодрама, да. О буднях детей и взрослых. «Взрослые дети» 1961 года. Прекрасная комедия, жизненная. Конечно же, на то время она очень была классная. Сейчас смотрится уже немножечко топорненько, но, ребят, давайте уважать классику. Советскую классику, синема. Мы были в 61 году. Мы отправляемся в новое путешествие к новым киномирам. И кто его знает, в каком году мы снова очутимся и посмотрим прекрасные советские или зарубежные фильмы 80-х, а может быть 70-х или 90-х. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и Grad Review в Яндекс.Зен. У нас есть помощь автору, будем очень признательны. Welcome back!